В этот солнечный весенний день жизнь шла своим чередом. Ничто не предвещало опасности. Беда случилась неожиданно в 200 километрах от Киева. Там произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Из пораженной радиоактивностью зоны в целях безопасности проведена эвакуация населения. Опустели дома. Взрыв одного из 4 реакторов атомной электростанции поставил сложные задачи по ликвидации последствий аварии. Ведь такое у нас случилось впервые. Круглые сутки и днем, и ночью идет работа. Встают вопросы, которые требуют срочного, незамедлительного решения. Самое трудное уже позади, но предстоит сделать еще многое. Вся страна пришла на помощь Чернобылю. Вместе со специальными отрядами, одними из первых прибыли в район аварии, оснащенные современной техникой, подразделения воинских частей советской армии. В этом еще раз проявилось единство армии и народа. Слетный состав свои задачи усваивает четко. Ежедневно происходит корректировка. Люди работают самоотверженно, прикладывают все силы, все отдают для ликвидации последствий этой аварии на Чернобыльской ГЭС. У воинов широкий круг задач по ликвидации последствий аварии. Дезактивация местности, жилых и производственных объектов, различной техники, контроль окружающей среды. Работы ведутся комплексно, наступательно. В эти дни в Чернобыле не нужно было искать героев среди тех, кто выполнял патриотический долг. Они здесь всюду. Один из них – ефрейтор Панов. Занесение караульной гарнизонной службы, командование частью подослало нам краткосрочный отпуск на родину. Но по зову сердца, по совести, мы здесь, на родной земле Украины, исполнять свой долг. Все воины нашего подразделения, да как и все граждане СССР, полны решимости побыстрее сделать то, чтобы на этих дворах, улицах появился детский смех. Работа идет, и в скором времени эти дома уже заселят жители этого района. Да, все ближе и ближе время, когда последствия аварии будут ликвидированы.